Всем привет! Вы снова на канале Евгений Лайф. Сегодня у нас мукбанг. Будем кушать шаурму. Ну и как обычно, не ленись и не скупись. Поставь лайк и подпишись. Итак, шаурма у меня покупная. Так, сегодня решила такой вот попить напиток. Не знаю, первый раз купила. Какой-то там с фруктовыми конфетами вкус. Фикс прайс взяла, сейчас попробуем. Сильно газированный. Так, фантазийный вкус конфетных дрожжей с ароматом черники и черной смородины. Попробуем. Вот такой стакан с моими инициалами. Да. Ну, в принципе, ничего, так такой кисленький. Аромат смородины. Ну и так, будем пробовать шаурму. Всем приятного аппетита, кто будет кушать со мной. Надеюсь, в этот раз вроде не горелая. Вроде нет. Шавуха. Тут сейчас по телевизору смотрю опрос. Так, оливье готовить с мясом или с колбасой? Опрос зрителей. Сорок процентов ответили с мясом, 60% с колбасой. А вы как думаете, с чем готовить лучше, оливье с колбасой или с мясом? Я за то, чтобы с колбасой. Ну, наконец, нормальная шаурма, не горелая. Голодная, как волк. Погода у нас опять поменялась. Было минус 15 где-то ночью. Сейчас уже минус 5. Завтра вообще обещает еще меньше. Из-за таких перепадов все время хочется спать. Иногда скачешь, как стрекоза. Прям много-много сил. Иногда прям, ой, вообще ничего не охота. Все через силу приходится делать. Зачетная шаурма. Mm.
Хочу пощелкать. Что тут интересно у нас показывают? Шоу «Маска». Смотрели такое? Где там артисты? Какой-нибудь артист или актер там одевается. Полностью одет в маску там. В костюм. Выходит на сцену, там что-нибудь поет, танцует, а жюри должны угадать, кто это. Шоу «Маска». И фиг там угадаешь. Там им голос меняют. А в костюме полностью человек одет. Там даже непонятно, женщина, мужчина, ну, сложно угадать. Реклама. Комиссар Рекс. Любимый сериал с детства. Какая вкусная шаурма. Либо это я просто очень голодная. Наконец-то мне повезло. А то обычно в этом месте попадал с горелыми все время. В последнее время, точнее. Раньше они у них все время хорошие там было. А потом как не куплю. Все время горелые, горелые, горелые. Там сейчас этот шаурмист, наверное, поменялся, вроде как другой. Нормально сделал. Ничего интересного по телевизору нет. Ну, будем новости смотреть. Слушать, точнее. Ничего так, напиток можно пить. Там были разные вкусы, 4 вкуса. Там кола была. Еще там что-то. Ну, у меня все это есть в обзоре. Фикс-прайс обзор напитков. Кому интересно, можете посмотреть на моем канале видео. Там у меня как раз обзор про эти вот напитки. Напишите, что у вас на обед или на ужин. Я сегодня буду готовить либо рыбу,
Либо мясо. Пока не решила. Как мне нравится этот стакан. Букву Е. Евгения. Господи, там опять что-то горит. Кошмар, постоянно что-то горит где-то. Торговый центр вроде как. Ребята, очень вкусно. Соскучилась по шаурме. Ой, надо еще подлить водички. Вчера такой снегопад был. Ужас. Прям идешь, ничего не видишь. Он в лицо метет. Ничего не видно. Максимум вот голову опускаешь, только видишь то, что у тебя под ногами. Вообще ничего не видно. Невозможно смотреть, потому что все летит в глаза. Прям цвет смородины. Фиолетовая какая-то. Фиолетово-бордовая. Надо будет попробовать другие вкусы. Даже интересно стало. С трудом уже доедаю, уже налопалось. Надо доесть. Mm.
Все поела, объелась. Прямо от души душевно в душу. Все, дорогие друзья, я не то что наелась, я прямо объелась. Она такая достаточно большая шаурма. Прям большая. Ну как? Чуть больше стандартной, так скажем. Но она того стоила. Она такая была вкусная. Все. Всем желаю приятного аппетита. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимайте колокольчик. До скорой встречи. Всем пока-пока.